У меня в руках гитара весьма необычного вида, но вполне себе серийного производства. Это гитара от компании ESP модели LTD Viper семиструнный баритон 27 дюймов в серии Black Metal. Это гитара, которая вот как для металлистов, да, один звукосниматель Seymour Duncan, одна ручка громкости, которая же является отсечкой. Больше ничего на этой гитаре нет. Есть 7 струн и 27 дюймов. Как она звучит в исполнении металла, вы только что слышали. Ссылочку на компанию ESP Guitars я вам оставлю в описании. И помните, что по промокоду HELLSCREAM у них можно получить очень вкусную скидочку на одну из вот таких вот, ну, любых гитар, которые вы у них найдете. Всем привет, с вами Лео, вы на канале HELLSCREAM Academy. Сегодня мы с вами продолжаем смотреть битву каверов. Я заметил, что народу очень зашел сам по себе видос, и сама битва каверов, это реально, ну, очень прикольное, очень круто сделанное шоу, на самом деле. Кому-то, конечно, не нравится, естественно, всегда найдут те, кому что-то, кого что-то не устраивает, но мы сегодня с вами продолжим смотреть, потому что я реально заценил в прошлый раз, прям реально угорел смотреть, и все пишут, что типа смотри дальше, потому что там будет жесть. Собственно, мы сегодня с вами это и продолжим делать. Но напомню, что из-за того, что авторские права, телевизионная передача и все дела, я не могу показывать вам цельные фрагменты, поэтому приходится все это дело нарезать. Кто эту информацию пропустил мимо ушей или перемотал, это исключительно будут ваши проблемы. Если хотите смотреть полностью, смотрите полностью на моей страничке Boosty, ссылочка на которую есть в описании. Так что давайте начнем. Ну и пока я тут открываю как раз их на YouTube, напомню вам, что сейчас самое время подписаться на канал, подписаться на паблик школы ВКонтакте. Все ссылочки найдете в разделе leos.hellscreamacademy.com. Так, погнали, сразу мотаем на выступление группы. Меня, конечно, народ порадовал своими комментариями, а что ты на битве каверов собирался услышать, если это битва каверов? Но просто немножко вводит в заблуждение то, что ведущий говорит, группа такая-то исполнит свою песню в стиле таком-то. Вот это вот не синхронизируется в голове. Вот. Хочу красить. Ништяк. Так, поехали. По-настоящему, поэтому все по любви. Группа Саботаж. На сцене Саботаж, они исполнят свою песню в стиле... Вот опять свою песню. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Ха-ха, хорош! Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим. Вот это прям неожиданно. Очень приятненько. Чё он на Фреда похож? Хорош. Это прям очень клёво. Хорошо. Да-да-да. Хорошо, в баритончик прям, да-да. Земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. Хорошо. Да. О-о-о, раскач пошел. Очень круто. Вот в этом, мне кажется, и фишка кавера делать на самом деле, да? Делать их в том стиле, в котором тебе хочется, а не в оригинале. Вот как я делаю, да, я беру оригинальную конструкцию, даже скорость, тональность, и просто превращаю ее в металл. Да, вот мне нравится так делать. Захочу как-то изменить, да, то есть сделать, как-то конструкцию поменять, да, то есть принести что-то свое, ну... Тут есть для этого моя собственная музыка, которую я делаю, да, то есть у меня нет желания, грубо говоря, вмешивать свое творчество в кавера, вот, как-то так, потому что у меня есть свое, как бы... В этом зале есть верующий в талант Ирина Леговой! Я понял. Что-то они опаздывают немножко. Хорошо. Фишка в том, как она перемещается. Вот это прям вообще. Прикидка. Хорош, какой звук у нее мощный.
в объятиях юных кавалеров завывать. Это джиниус вообще. Очарование не наступит, но мы в нем гуляш. Она забыла гуталином только обмазаться, чтобы прям вообще норм было. У нее еще это ретловое расщепление, прям хорошо, прям. И звук, обратите внимание, рот практически не открыт, да, сильно, но такой прям... Хорошо обыграна тема, да, вот это вот. Страна, которой правишь ты, берем себя пример. Что-то какое-то... В какой-то комедии вот этот угар был такой, с такими песнями. Как бы это на самом деле, да, есть такое, присутствует. Но сам факт, в каком-то фильме это было, тоже там со Стёбом, с каким-то, с таким... Вот это вот. Прям... Не, это вот прям... Вот именно в плане того, что мне не нравится такой стиль музыки, да, сам... Но ребята настолько круто это делают, я почему начинаю смеяться? Потому что у меня просто безудержная радость выстреливает такая вот, потому что мне нравится, когда музыканты делают круто. И как бы я не могу просто улыбаться, типа, вау, это супер. Вот так вот, ну как бы дичь. Поэтому я начинаю угорать. Пока двое. Их песня прозвучит в стиле новой школы рэпа. Нельзя на ютубе. Я тебя люблю, я тебя люблю. Честно говорю, честно говорю. Хорошо, прям. Ведь с моря дул, ведь с моря дул. Огонь беду. Я сказал тебе. Хорошо, прям. Вот тут должен как бы стадионы качать, а не моргенчлены всякие. А это Натали, ведь с моря дул. Ну, чуваки вживую валят, вообще красавчики. Причем такой прям с агрессией, с такой прям с расщепом. Там кто-то подрасщепляет. Интересно, если они дальше пройдут, что не тоже рэпчик будет или что-то другое зачитать? Это вообще прям... Хорошо. Так. The Beatle... Я понял. У меня, кстати, надо найти мою фотографию. У меня такая, собственно, эту фотографию мы всегда с ребятами там с Ирой называли Beatles, потому что такая же прическа у меня. На наших концертах. Момент, когда я только начал волосы отращивать как раз. Все свои песни исключительно в стиле группы Beatles. А, ну логично, да. Просто было бы прикольно, что вот у них под этот номер это Beatles, а под другой номер еще как-то. Хорошо. Выглядит круто. Звук! Прям! Та же самая песня? Не судьба, видно нет любви. Они еще и двигаются просто похоже. Хорошо. Звук вот этот вот такой, просто прям, вот этот вот прямо. Ну, именно гитарный я имею в виду, прям. Это гениально, реально. То есть, ладно бы, они сделали, типа, современный какой-то звук, да, но Beatles. А здесь даже звук, как в оригинале. Такой прям... Хорошо прям. О. Так. Дальше. Битва коверов. В общем, мы здесь. Долларс Бенд. Исполнят свою песню в стиле группы Скутер. Это интересненько.
Ага, я понял. Это смесь Скутера и Аквы сейчас будет, походу. Любимка! Барабанщик похож на Брюса Уиллиса. Только с волосами. А ну. Слов мало очень. Прикольно, но что-то как-то... Не хватает ему этого рупора. В него прям... С микрофоном вперемешку. Ну и звук у них такой не очень. А там, я понял. Мелодия вот эта помененная. Но здесь как-то не совсем. Не совсем. Похоже на стиль, конечно, но как-то не совсем. И девчонка как-то не попела. Большой объем зрителей инструмент. Название не успел прочитать. А, Coffee Time, я понял. Они исполнят свою песню в стиле хора эпохи Возрождения. Хо-хо-хо-хо! Вот это нормальная заявочка. А ну. Конечно, без тебя. Вот это разрыв вообще. Ты был господин, был господин. Офигеть. Господин, это просто очень круто. Просто жесть, реально. Голова взрывается. Накрываю мир других мужчин. Хорошо! Это прям... все это делать. Не, ну, они в той же паре с предыдущими ребятами, но там вообще у Скутера нету шансов, мне кажется. Но это мое впечатление. Так, тут они выбирают. Я понял, там что-то они решают, короче. Там мне писали ребята. Да, так, поехали. Mortal Kombat. M-Band. Coffee Time Band, хорошо, так. Они исполнят свою песню в стиле саундтрека к фильму Mortal Kombat. Я понял. Это просто разрыв. Ладно, прикид. Гонг на руках держит. Ладно. Но риф, который голос... Ну, это... Если это шоу-шоу, я режиссер. Прикольный тембр такой. Да. Если веришь в сказки. Такой прям. Прям руки вверх по тембру, прикольно. Рывок, прогони, 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 прогони. Прикид. Не, это прям. Света. Света. Вероника! Вот это звук у него прям хорош. Саб-Зиро, значит, нормальный битбоксер. Cover combat. Двигаются они вообще зачет. Мне это прям реально очень круто. You so smart. Это прям реально, ну, снос. К
крыши. Ух. А, Битлов. Поехали. Полностью связано с творчеством группы Битлз. Ух. А, другое время Битлз, короче, я понял. Ну, Леннон, нормально. Какой-то мальчишка о любви. Правда, центральный гитарист больше на Заппу похож сейчас. Фрэнка Заппу. Там что-то бэп. Этот звук гитарный, который просто в линию напрямую, вообще жесть. Хорош. Но ребят, которые акапельно жарят, это, конечно, прям вообще снос. Просто вот прям разрыв. Так, что там дальше, где? Это разборка питерская там. Решают, кто кого, чего, куда. Так, во. Начинаем третий финальный раунд. Угу. Они исполнят свою песню в стиле группы Blur. А ну. Такое прям почти оно, но не оно. Чудесный. Ведь все в сравнении с тобой мечтой. Прикольная манера у него такая. Хотел бы подарить тебе танец. Я бы ночью счастья. В темном лесу я. Ничего другого. Вот здесь взрывает мозги именно то, что такой стиль, да, и песня Розенбаума, да, то есть прям вот вообще противоположные вселенные. И обратите внимание, что в первом выпуске было много подтанцовки, а сейчас оставили только музыкантов. Вот это прям реально круто. Ну, потому что живым музыкантам, кто, ну, именно кто вживую играет, им обычно не нужны подтанцовки никакие. Она просто мешает. Потому что, ну, чуваки реально умеют играть вживую, как бы они явно не первый раз это делают. Заблудился в темном лесу. Им просто по кайфу, обратите внимание, реально. Вот это Живаго прям. Красавчики. Красавчики просто. Дальше. Второе финальное выступление. На сцене Dollars Band. Ага. Песня прозвучит в стиле песни Scatman's John. Опа. Сейчас будет. Вот это интереснее гораздо. Вот это реально. Mortal Kombat какой-то размытый был. Либо со звуком что-то как-то... Хотя, не Mortal Kombat, скутер. Ну, кто его не знает? Это мелодия, которая почти, но не она. Вот она вот здесь поет прям вообще огонь. Я думаю, что в зале просто во время скутера долбило так, что все просто... Поэтому такой эффект был. Вася-ся, конечно. Ну, такое, как-то, мне кажется, что материал просто такой, как бы, да, может, мне не заходит прям. Прикольно. Но как-то со скутером реально размыто, мне кажется, звучало, что ли, просто так. Так. В стиле саундтрека к мультфильму «Король лев». Вот это интересненько. Ой, мороз, мороз. Я понял. Сейчас, секунду. Техническая проверка сейчас. Прислушаться. Сейчас они начнут. Мне показалось, метр у них играет в ушах. Да. Идет.
приконя. Ой, люли-люли, мои люли. Разрыв вообще. Люли-люли, мои люли. Мне нравится низкий вот этот голос, который заполняет собой все. Прям вообще. Я жена, ревнивая. Прикольный голос у нее такой звонкий прям. Ой, на закате дня от нему жену. Басист, конечно, красавчик вообще. Ту-ду-ду-ду. Ой, мороз, мороз. Ха-ха-ха, припев пошел. Мороз меня. Это прям... Морозь меня. А чё на ботинке у него? Коня. Но, нога, что ли, сломана? Обида какая. Похоже, да. Или чё там у него? Может, проц какой у него там просто в ботинке? Ну, в смысле, там, но, наверное, сломана нога все-таки. Выздоравливаю. Басисты не должны болеть, это не круто. Так, а кто там, что там, выиграл, получается? Не любовью. Коши Таймбэнд. Ну, они прям реально разносят просто. И становятся сегодня победителями. Ну, они прям реально, я сразу сказал, что это просто... Прям. Что они сегодня стали победителями, естественно. Я не могу, этот чел просто на Фреда похож очень. Из лучших, где мы разыграем 5 миллионов рублей. Ну, видимо, ножка сломана, реально обида какая. Прям. Не, ну, они реально заслужили, прям очень круто. Битлы очень круто делают, ребята, вот прям Битлз, которые, как бы, да. Вот Dollars Band я не понял, просто. Круто, видимо, вот именно из-за того, что... треки такие, но они мне не заходят. Здесь вот именно с точки зрения музыкальности, прям ребята, которые акапельно все это поют, это прям... Ну, это выше всяких похвал. Реально очень крутой уровень. Прям... Уф. Красавчики. А если вам видос этот зашел, обязательно подписывайтесь на канал, долбаните в колокольчик, все дела, не забудьте подписаться на паблик-школу ВКонтакте, все ссылочки найдете в разделе leos.hellscreamacademy.com. И давайте еще увидимся. Пока.